Всем привет! Двукратная чемпионка мира Евгения Медведь рассказала о предстоящей работе с новым тренером Брайаном Орсером. Вы уже обсуждали с Орсером выбор программ на сезон? Нет, прежде всего я хочу услышать самые разные мнения на этот счет. Мнение не только самого Брайана, но и его помощницы Трейси Уолсон и мнение Дэвида Уолсона, который будет ставить мне программы. А чего бы хотели бы вы сами, если... Говорите о сезоне в целом. Я не собираюсь пропускать никакие старты, ни открытые прокаты, ни этапы гран-при. Хотелось бы сменить стиль катания. Во-первых, я изменилась как человек, а, наверное, не могу быть прежней и на льду тоже. У меня другое восприятие жизни, другое восприятие мира. Уверена, что сейчас я приеду в Канаду, и у меня в голове все вновь перевернется. Мне хочется попробовать себя на льду в каком-то новом образе. Есть много образов, которые я ни разу не катала, даже не пробовала, сказала Медведева. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, и всем хорошего дня. Всем пока-пока.